Ты мне сейчас... Отлично, мы почти приехали. Самара, тормози, да. Пойди погляди, верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Блядь. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. Туда не пустят в виде, я сегодня вышел. Классное место. Так. Что за скримеры были? Вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Так, где он этот шкафчик? Это шкаф. Вот же, нет? А. Нормально. Сучка меня поцарапал. Я не понимаю, что с ней, почему она как желе. Ты урод. Сука. Мразь. Доброе утро. Чем еще я могу помочь? Носите на здоровье. О, целая. Thank you.
О, господи, я уж думал, ты не придешь. Фу, блин. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? С головой. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, эй, а вот и... как дела? Неплохо, неплохо. А это значит, твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита. Мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди к Ойстер Бэй. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, кроме того. Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай. Не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. О да, блюем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Да знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а? С первой частью все вообще отлично было, со второй что-то... Ты что, красный свет не видел? Для меня зеленый. Говорил о тебе с Лео Галанта, Вито. Он рассказал мне, что Клементо пытался вас кинуть. И сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Да. Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке и... Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята, и за общее светлое будущее. Чента! Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. Вы уже поняли. Да круто заложили, знаешь, что самое смешное? Один из сенаторов...
навигатора. Карло умный, он шарит в этой, ну, этой астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда с ушами. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Дита! Поехали! Что происходит? Эй, Джо, подъем! Что за звуки? Спокойной ночи, шлюхи. Эй, а где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу мать. Вот алкаша, вот она. Да? Ну да, ладно. А ключи мои где? Вита повезет, он из нас из всех самых трех. В следующий раз больше кислок, меньше пьянок. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Не знаю, сосиска, да. Попу и... Чем это воняет? Эдди, ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? Он обосрался. А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике? Вита, успокойся, АСП, это что-нибудь придумай. А что тут думать? Закопаем жмурика, и все. Я уже подобрал местечко старой обсерватории. Лопаты есть? Ну да, в багажнике. Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом, близко. Нам надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее! О, боже, дышать нечем. Эта чертова вонь меня доконает. Пиздец. Стой! Господи, откуда все это лезет, а? Ой, черт. Я же вроде не ел кальмаров. Пить не умеешь, а? Сука. Надо мне серийку на YouTube заканчивать. Broken hearted again.
Бильдиан. Вот это еще прикольная машина. Так, мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Вашу, ну и ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Ах ты, сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Наконец-то, Мадонна. Так, а кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям блевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения там, вечеринки там, не планировали. Спокойной ночи, Бобби, давненько я в лесу не был. А, тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Вито, не переключай радио, понял? Это Дино. Да вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? У меня авторские права вообще-то. О боже, бедный Дино. АП.
Самое красивое по-итальянски. Ну, Вито, ты же знаешь ее. Подпевай. Ну, давай, давай. Торнами. Карамиати Амо. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой Вита, поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи! Заткнись, идиот! Заткнись, шлюха. Давай! Здесь тебе хватит. Пора спать. Ну ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. И в этом гонке. Надо закрыть. Так, на ютубе-то серию надо закончить, она уже час идет. Самая долгая получится, ну может быть. Так что все, ютуб, давайте, ждите следующей серии. Если хотите смотреть полностью, переходите на твич. Все, пока.